Классика, да, один вопрос. Всем привет, меня зовут Сергей Васильев, и сегодня мы с вами рассмотрим подсечку изнутри коуча. Рассмотрим какие-то нюансы и подводящие упражнения. Одно из подводящих упражнений — это работа у стеночки. Партнер чуть ножки согнул, как на стульчике присел. Вы сначала начинаем ставить правильно работу под шаг левый, потом сюда шаг левый. Потом постепенно добавляем работу руками. Когда подшагиваем, очень важно делать это как в одно движение. Хлопок. Одновременно идет нога, левая. Как вы ее ставите, только ее ставите, ваша нога уже должна быть здесь. Теперь одно тоже из подводящих упражнений — это половить. В движении шаг. Когда он наступает, вы отводите ногу, половите вот этот шаг. Здесь важно чуть-чуть закрутить шаг, который вы делаете назад. Не прямо пойти назад, а чуть-чуть сюда закрутить ножку. Чтобы у вас туда махать. Вы просто прямо пойдете. Можете произойти. Сюда. Выводим партнера сначала за равновесие. Чуть-чуть центр тяжести переносим его нога. Такое движение. Выводим партнера, сначала руками тянем его наверх, поддергиваем, потом собираем вниз и стараемся поставить его на пятку. При этом подшагиваем с выведением наверх, подшагиваем левой ножкой к его правой ноге, чуть-чуть в сторону. Производим, пресекаем ногу правой ногой, стопой. Также рассмотрим, давайте, вариант в боковом передвижении. Должны опередить соперника, чуть быстрее сделать шаг. Я советую делать не быстрее шаг, а делать с подскоком. Делать быстрее шаг и подскок на одной ноге. Так, мы с вами рассмотрели бросок коучигари, довольно часто встречающийся, как говорят мои коллеги, в бразильском джиу-джитсу. Поэтому пробуйте,
практикуйте и делайте бросок это на соревнованиях. Спасибо, что нас смотрите. Задавайте свои вопросы в комментариях, а с радостью на них мы с Константином вам ответим. И все, в принципе. Зашлите мне 100 рублей. Зашлите Беляеву 100 рублей.